спину, а вот посмотрите, какое было приземление. Там на шею даже вот упал, и болезненно, конечно, это все может у Манкильо быть. И сразу смотрите, медицинская бригада на поле, и, ну, разумеется, Криштиану непланомерно делал то, что он делал, и сейчас похоже, что... Вот, так, конечно, можно и сотрясение, все что угодно получить. Акробатический прыжок молодого футболиста. И да, не похоже, что Манкильо продолжит этот матч. Кем заменить, конечно, есть. У Диего Симеона есть Хуан Фран. Но встает. Ну, хорошо. Но молодец.